Teraz wchodzisz. Idzie jak mam? Da. Что, не был, Андрей? Как не? Ну как? Не, ну он любит падать просто так красиво, да. Ну мне показалось, что было. Ну слегка. Может потом посмотреть видео и скажут, что ты, короче, был неправ, да? Но по факту разговор этот должен быть не с тобой, а с Назаром, потому что он ближе к... Мне очень нравится, что называют, когда вот я реально иду там в зал. У нас хороший спич получается. Мы общаемся. Я думаю, что мы за 15 минут общаемся, а получается, что 40 минут. Но конструктивно, по делу, интересно, у каждого есть свои аргументы. Самое главное, что ты проигрываешь желе. Паутинку снял Богдан Приходько. 4-2 Валенсия впереди. Ты не расстраивайся, Андрей. В следующий раз выиграешь. Бедная урна. Ну, падал красиво, да. О, у нас капец, давай! Второй раз подаешь ногу. Так как пусть ты на месте. Все, подожди, садись. Стоял на месте. Не, ну он красиво падает, да? Ну как этот, как Милевский. Не, ну фол был, да, но падал в два, как будто его в два раза сильнее ударили. Здорово, наверное.
Не, ну думал хорошо. Да? Я не понял вообще. На дальнюю давал. Кеша? Назад. О! А он сэр сейчас. На обострение не играет. Поаккуратнее. Аккуратный игрок. И на минуте мяч. Пятый играет команда Валенсия. Тайго. Давай, судья. Банишку дай ему кто-то. Ярослав. Андрей, ну ты проиграл, да? Нет, еще 18 будет играть. Андрей, ну ты понимаешь, давай. 18. Повышать будешь, давай? Повышать? Ну типа давай, еще. Ну один к трем, еще. Так два к пяти и один к трем, это примерно одно и то же, ну фактически. Сколько сейчас задержка примерно? Ну, задержка по времени. Ну, типа, если игра ровно начинается, насколько позже начинается? Thank you.
5-5 Сергей сбивает 3-3 мяч, оба соперника, 6-3, 6-3, тем интереснее будут заключительные 15 минут. Петрук еще может сейчас счет угадал. 7-5 в пользу Валенсии поставил. Очень быстро четвертый мяч забивает Мозный. 6-4. Ну это надо, чтобы один гол всего забили, такси, все. Я думаю, что вряд ли уже. Я думаю, что голов будет больше. Еще 12 минут осталось. Технический брак. Оставь, отойди, оставь, отойди, не стрессовайся. Поехали. Вот такой открытый футбол сейчас. Нет.
Хорошо потому. Прям горячий. Да ярик! Ну, мне сейчас они не нужны, сейчас тепло. Дай бог, чтобы до вечера так продержало. Ты смотрел прогноз? Ну что, вчерашний день показал, что холодно. Кстати, как там сейчас в гараже? В гараже было летчик земли, заград уже тут стоял на земле, поэтому холодно. Ты завез туда цветы? Дима, готов? Да, хорошо. 950 сейчас там. Не, ну хорошо поставил, реально. А Петрук это тот, который из Баруси? Этот парень фанат от Манчестер Юнайтед, 10 номер такси. Как ты думаешь? Нет, не, это у него именно Манчестер, да? Значок. Значок Манчестера на ноге? Назад тебе! Логотип. Гол, 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 был, 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 был. Достань гол. О, сейчас как раз. Да там на линии мяч был. О, Денис, опять против тебя? Не-не-не, я руку помыть, блядь. Давай, давай. Только верните там, пожалуйста, не забудь. Вот, вот, блядь. Ну, где же, что он? Ой, назад, назад. Назад? Я должен был сюда. А я жорик. Не, пацаны, мне жаль, конечно. Что ты сделал? Товарищ судья, там не была палата. Все просто, спускай, сейчас. Аккуратно, ты что? Антон, фамилия? Желтые, желтые. Все, к сожалению, ставочка у Петрука не сыграла, но был близок, был близок. За старание можно вознаградить. Андрей, а как ты мне вернул трансляцию? Ты видел? Ты видел, как ты мне поставил трансляцию? Ну, что, мы уже сыграли один к одному на я штурм тебе типа, по 1? Уже взяли, Андрей? Что? Один к одному я штурм тебе типа, по 1. Чего нет? Ну, конечно. Там осталось
хоть вознаградишь игрока хорошего? Ну, который прошел мимо тебя только. Который прошел мимо тебя только что. Самусь. И вятый розыгрыш команды Валенсии. 9-4. Игра там осталась меньше 4 минут. Что, ты не играешь на штуру? Ну, на панферы? Ну, я хотел, честно, я поставил. Ну, я ж тоже захотел. Я ж первый сказал. Давай как новый прикол. Ну, на хинкалю. На хинкалю? На одну. Так на одну шо? А шо, ты пойдешь в пизду на хинкалю? Остальную ты оплатишь. Руками, не-не-не, Богдан, нельзя, Богдан! Минута, Андрей. Мужчина, 10 секунд.